Петр Великий вышел в Баренцево море, флагман Северного флота. Атомный ракетный крейсер проведет учения по противолодочной и противовоздушной обороне. С таким вооружением можно сражаться с любым противником. Петр Великий. Сегодня самый большой в мире атомный крейсер без авиации на борту. Впрочем, с приемом противолодочных вертолетов он прекрасно справляется. Этот маневр также отработает в ходе учений. Проверить нужно все системы, ведь за последние два года после восстановления технической готовности это первый выход. Help!